В Жамбылской области новый аким. Им стал Бердибек Сапарбаев. Он занимал должность заместителя премьер-министра и возглавлял правительственную комиссию, работавшую на месте ЧП в Курдайском районе. Он сменил в кресле Аскара Мырзахметова. Аскар Мырзахметов был сегодня освобожден от должности акима Жамбылской области, согласно поданному заявлению. И сегодня же своих рабочих мест в Жамбылской области лишили заместителя акима области по социальным вопросам Слушаш Курманбекова, аким Курдайского района Булатбек Байтуле за серьезные упущения в работе. Уволить их поручил президент. Такое же поручение получил сегодня и министр внутренних дел. Ирлан Тургумбаев должен освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области Армана Уразалиева и начальника отдела полиции Курдайского района Азамата Айхимбекова. Эта информация сегодня опубликована на официальном сайте Акурды.